Кроме того, депутаты Одесского городского совета дали согласие на разработку проекта землеотвода на улице Варнинской, 27А2. Для эксплуатации и обслуживания нежилых зданий ООО «Транскомстрой» выделено 4,2 гектара. Одним из учредителей ООО значится Дмитрий Демарский, владелец строительной корпорации «Будова». Также земельная комиссия согласовала отвод почти 1 гектара земли для строительства второй очереди жилого комплекса «Апельсин» на улице Среднефонтанской. На сессии речь шла о даче разрешения на разработку проектов землеустройства. На даче Ковалевского, 5, предоставили в аренду землю для строительства и эксплуатации многоэтажного дома.